К другим темам. Павлодарские фермеры смогут получить кредиты на весенне-полевые работы. Сумма займов колеблется от 1 до 50 миллионов тенге. Но для этого владельцы хозяйств должны доказать, что действительно пострадали во время пандемии. Проект реализуется в рамках новой региональной программы «Кендала». На это из областного бюджета выделено больше 3 миллиардов тенге. Уже сейчас фермеры получили кредиты на сумму 1,5 миллиарда. В управлении сельского хозяйства региона заявили, что при необходимости готовы увеличить сумму до 4 миллиардов. Кредит предоставляется через аграрную кредитную корпорацию или кредитные товарищества. Годовая ставка составляет 5%. Отмечу, субъектам малого и среднего бизнеса не выдается более 3 миллионов, ну а часть кредита правительство вернет в качестве субсидий. Если взять 15% полученного кредита, 9% из них правительство вернет субсидии. Деньги напрямую поступят на расчетный счет хозяйства. Тогда 15% на кредит будет снижен на 9%. Это существенная помощь аграриям региона.